Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня и для того, чтобы пригласить вас на проходку, на пробежку или чем вы там занимаетесь, для того, чтобы включить в ваш день физическую активность в обязательном порядке. Вот сегодняшняя стройная фишечка дня. Number one и number two. Это у нас полкилограмма утяжелитель, это 750 граммов утяжелитель. Ну, это как вариант, конечно, не обязательно. А что это такое? Ну, возможно, вы это уже видели, пользовались или просто представляете, что это такое. Надевается на руку, тут закрепляется на липучке, на замочек. В общем, по-любому разные бывают варианты. На лодыжке ног, на запястье рук. И пошли тренироваться. Кратковременное увеличение нагрузки помогает увеличить сжигание калорий, увеличить нагрузку на мышцы, тем самым ускорит рост мышечной массы, когда вы регулярно тренируетесь. Естественно, при этом умеренно и сбалансированно питаетесь, достаточным количеством белка. Ну, зачем нам нужны мышцы, я вам рассказывать сейчас не буду, сами прекрасно знаете. Поэтому, если есть у вас такое желание, есть интерес и стремление за короткий промежуток времени максимум выжать из тренировки, которая у вас есть, пользуйтесь такой штучкой обязательно. А еще никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы. Под видео ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и у нас с вами все обязательно получится. Всего вам доброго, пока!